Хей, здесь с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Мистер Натс. Я продолжу проходить игры, которые типа с детства у меня были. Так. Что значит Energy? А, это жизнь. Energy. Ну ладно, не суть. Ну что, поехали. Я сначала думал русскую версию проходить, но... Вышло так, что на русской версии... Когда я цепляюсь за какой-то угол... Деревянный... Ленд. Развлечение. Короче, что да как. Рассказываю. У нас, как вы видите, есть орехи, монеты, хпшки и нацк, это контишки выше. А, также, что есть? Желуди, если не ошибаюсь. О, есть враги. Мы можем... Я говорю, мы можем... Драться хвостом. Также мы можем на них прыгать. Некоторые враги являются как батутами, хотя и эти враги могут быть как батуты у нас. Поверьте, на этом будет много чего у нас закреплено. Эти желтуди, которые мы собираем, мы можем с вами бросать. Сейчас покажу. Вот. Монетки, я не помню на самом деле, на что они влияют. Здесь есть всякие секретки. Враги, да, появляются заново, если мы... имеем локацию. Ну как, за экран уходим. Ау. Одно из нелюбимых моих. Так. Если не ошибаюсь, там была как раз секретка. Некоторые секретки помогают нам, чтобы пройти уровень. Допустим, вот. Мы прыгнем в дупло. Мы появляемся, допустим, здесь, в этой локации. Ну, эти контишки, понятное дело, что нельзя взять. Доп, контишки. Вот здесь, если я вот так цеплялся, сейчас покажу, вот так, то игра просто, считайте, висла и все. В русской версии. В английской же версии все в порядке. Немножко, да, здесь скользкое управление, в плане того, что мы можем легко просрать. Данную игру я не прошел до конца. Как я понял, я остановился на ледяной какой-то там территории. Там, где, короче, ледяная территория, там я, считайте, и закончил прохождение игры. Вот, видите, и все, типа, второй уровень. Поэтому я говорю, некоторые... О! Вот этот цветочек. Вот этих ежей можно двумя типами атаковать. Первое. Либо орехами, либо с помощью подкрутки. Как вы заметили, некоторые места секретные. Да ладно, не хочу рисковать. Одна хпшка. Не знаю, мне эта игра нравится. Блин, я не помню, тут были какие-то ловушки, либо типа того. Были довольно запоминающие уровни, на самом деле. О, нифига себе. Я раньше про эту возможность не знал. Да,
Надо быть очень осторожным на самом деле. И тут может много что тебя убить. Вот единственное, что это действительно, я вот не знаю, что делают монетки. Как бы то ни было. На каждом уровне, то есть локации, да, если так ее назвать, есть боссы, поэтому не бойтесь. Третье, так сказать. О, это ночная локация. Тут. Музыку немного погромче сделаю. Блять, минус орех. Шипы я не помню, кажется, они не ваншотят. Но мне кажется, либо по одному, либо по 2 хп забирают. Я говорю, здесь нужно быть очень осторожным, на самом деле. Прыгающие цветы танцоры. Интересно, а сможете ли... В лесу какие могут быть враги? Какие могут сделать... Какие могут сделать босса, как вы думаете? Ну, в принципе, мы скоро к боссу дойдем. Ой, я не помню, что это было. Засейвился. А, это сраные жуки-гомновозы. Классно. Причем звук, как будто я урон получил. Тут много есть секреток, поэтому нужно быть на самом деле осторожным. Гы-гы. Да, и мы начинаем заново. Уровень. Но при этом у нас все собранные предметы остаются. Но как вы поняли, здесь хпшка это с размером контишки. Главное выживать. Ау. Надо было лучше этот кинуть. Найс. Как мы теряем контишки? Просто падаем. Ну я же себе там поставил 5, да, жизни, пойдем. Плюс мы с вами будем сохраняться постоянно, поэтому... Я думаю, ничего страшного. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Единственное, да, что видите, он скользит, типа, по поверхности. Вот это довольно специфическая херня. На самом деле нужно быть осторожным. За хпшкой надо смотреть. А, это я понял, что это за звук. Это херовина, типа, побежала, упала и сдохла. Так, я здесь, да, сдох?
Вы цветы меня убили. Видите, я показываю, что выход с той стороны. Типа мы сюда только шли ради хпшки, по факту. Говорю, здесь надо быть очень осторожным, потому что слететь с платформы очень легко, и платформы будут немного меняться в плане сложности. Так, я сейчас могу ошибаться. Ну тут была секретка. Да, вон, видели? Я хочу вспомнить, как на нее попадать. Ой. Хоп. Всего лишь орехов может быть 99, если не ошибаюсь. А, тут контишки. И потом отсюда можно было вниз просто спрыгнуть. Да и все. Видите, типа ты не уверен, когда тут можно контролировать высоту прыжка, понимаете? Здесь нужно за вот этими вот мелочами на самом деле смотреть. Если хочешь в этой игре выжить. Это ж ё-моё. Бля. О, говнюки. Вот говнюк. Ага. Вот откуда я знаю, что внизу, да, вот, по факту. А, ну, ладно. О, контишку дали. Это мне за что дали только вопрос? 50 монет. И ускорение бельчонка здесь тоже, знаете, такая херня. Типа он довольно быстро бегает. Я просто помню, тут где-то были невидимые еще пороги, по которым можно было пройти. Только я вот не вспомню, где они. А где они были, я их уже не вспомню. Так, это орешки. Опа, вот я мог бы сейчас туда прыгнуть, понимаете? Тупое яблоко. Так, поверьте, с вот этой механикой скольжения я очень много буду страдать. Невообразимо много, если быть честным. Ну, хотя бы они вздыхают тоже от шипов и другой ерунды. Ох, как мне повезло. Так, Вуди, 4-й уровень. По идее, всегда на 4-м уровне был босс, если не ошибаюсь. Только вот я не помню, где тут секретки были. Ну, в какой именно стороне. Были ли они вообще? Ну, именно, я имею в виду, в стенах. Мистер Нац. Величонок. Кажется, не было. Но первого босса мы довольно быстро с вами убьем, потому что... я помню против него тактику. В принципе,
Тактика боя с ним несложная. Теперь вы поймете, почему я говорю игр. Так я прыгнул! Ладно. Все, 99. Максималка. Идемте за монетами. Нужно было на ней пожалеть. Один желудь. Я просто хочу проверить насчет количества. А ну-ка. Да. 99. 99. Монетки то и это у нас. Все, ку-ку. И поверьте, орехи нам очень сильно пригодятся против битв с боссами. Потому что для нас орехи это будет, считайте, просто атака в дальнем бою. Опа, тихо. Да, все-таки есть секретки в стенах, ребят. Значит, да-да. Вуди, Spider Attacks, нападение паука, 5. Почему мне казалось, что я... Ну все, в принципе, это вся тактика на него. Да. Супер тактикс. I'm Super Tactics. Ну, примерно вы, типа, я думаю, поняли, как играется эта игра. Ау. 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 Готово. Короче, как-то так. Боссы проходятся. Контишка. Так, ребят, я, короче, так думаю. Ну, блин, как обычно, плюс за 20. Смотрите, я прошел на 51% уровень. Понимаете? Пароль Magics. И у нас вот вторая идет локация. Ну что, я в принципе думаю, давайте мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.